Дорогие друзья, мы начинаем церемонию открытия 19-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Приветствуем торжественный проход по звездной дорожке гостей и участников 19-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Встречайте, генеральный директор международного кинофестиваля Пасифик Меридиан, художественный руководитель Приморского академического театра Горького, народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Евгений Зринявский. Международный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводится с 2003 года во Владивостоке. И в этом году фестиваль проходит с 10 по 16 сентября. Президент международного кинофестиваля Андрей Соколов, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России. Известный актер театра и кино оценит качество и уровень смотра. Любовь и огромную популярность актеру принесли замечательные фильмы «Адвокат», «Близнецы», «Видео защиты», «Кавалера морской звезды», «Чайка», председатель жюри, кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Алексей Учитель. Владивосток, привет. И гость фестиваля нашего, режиссер Софья Миледина. Владивосток приветствует современного российского режиссера Алексея Учителя. Фильмы известного кинорежиссера удостоены множеством призов. «Дневник его жены», «Рай», «Матильда», «Стрельцов», «Космос как предчувствие». Мы очень надеемся, что встреча с фестивалем «Меридианы Тихого» перерастет в настоящую дружбу и творческие проекты. 12 сентября состоится творческая встреча в кинотеатре «Океан». Кинорежиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Вадим Абдрашидов вместе с супругой Нателлой Таидзе. Наши аплодисменты. Встречайте, гость нашего кинофестиваля, генеральный директор компании «Каро Премьер», актер дубляжа, продюсер, сценарист Алексей Рязанцев. Добрый вечер. И актер театра и кино, народный артист России, участник фильма «Открытие», французский мастер. Алексей, мы вас ждем. Встречайте, Алексей Гусько!
Участники нашего кинофестиваля, продюсер и кавалер, генеральный директор Москино Наталья Макрицкая, кинорежиссер, сценарист и кинооператор Сергей Макрицкий, а также гость нашего кинофестиваля Степан Бурнашов. Наши аплодисменты, актер театра и кино, заслуженный артист России Юрий Беляев и актриса театра и кино, певица, телеведущая Татьяна Абрамова. Актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Горшонин и актриса Анна Чурина. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Невский». Рядом прекрасная и замечательная актриса Анна. Наши аплодисменты! Актриса! Гость фестиваля Ольга Хохлова! Владивосток встречает свою землячку, актрису театра и кино. Оля завоевала сердца зрителей не только в кино, но и в театре. Мы очень рады видеть лучезарную, искреннюю, талантливую и прекрасную Ольгу. Встречайте. Член правления Союза кинематографистов России, вице-президент гильдии художников кино и ТВ, член Международной ассоциации союзов художников Адис Гаджиев. С гостей кинофестиваля Лизой Головченко. О том, какие художественные направления существуют в кино, в чем их различие и как не ошибиться с выбором профессии, расскажет художник кино и куратор курса «Художественная постановка» Московской школы кино Адис Гаджиев. Член жюри «Медпак», кинопродюсер, директор «Сахафильм» Сардана Салина. Наши аплодисменты! Недели участники будут бороться за ценные призы. Приз за лучший полнометражный фильм, приз за лучший короткометражный фильм, специальный приз жюри, приз за лучшую режиссерскую работу, приз за лучшую женскую роль, приз за лучшую мужскую роль. Специальное событие фестиваля. Документальный фильм «Искатели свободных стихий» представляет художник-писатель Александр Пономарев. Александра Пономарева, Ирина Пономарева. Режиссер фильма «Искатели свободных стихий» Алена Иванова-Йоханссон. А на нашей звездной площадке режиссер, музыкант Зигфрид Индия. Вновь замечательный город Владивосток радушно встречает гостей и предлагает познакомиться с лентами известных современных режиссеров, открыть новые интересные имена, а также увидеть шедевры мирового кино. Дирекция и отборочная комиссия едва ли не круглосуточно отсматривали фильмы для фестиваля. Работы было очень много, и всем организаторам очень хочется, чтобы наш город полюбили гости фестиваля и приезжали к нам не один раз. Меридианы Тихого вновь пришел на Приморскую землю. Это свидетельствует о том, что наш Приморский край развивается не только экономически, но и становится крупным и самобытным культурным центром. Актриса Анна Годовальникова.
Представляет фильм «Райцентр» и Денис Аврамов. Представляет фильм «Райцентр». Я вам, друзья, а на нашей звездной площадке режиссер Мария Игнатенко, представляющая фильм «Призрачно-белый», и Антон Бельжо, представляющий фильм «Лебединое озеро». Гости нашего кинофестиваля, режиссер Елена Маштальдиладзе, супруг Сандро Асашвили, участник программы «Честь и слава», продюсер Владимир Пирожок. Владивосток – красивейший город. Здесь множество мест, где можно прекрасно провести время, отдохнуть, насладиться красотой новых парков и скверов. А на смотровой площадке восхититься видом новых мостов. Мы надеемся, что гости нашего города полюбят его и захотят вернуться сюда еще не один раз. Кастинг-директор – актриса Елизавета Шмакова. Наши аплодисменты! Владивосток – это город, который нельзя не любить. Это целый мир, который зовет тебя, манит, соблазняет. Когда тебя здесь нет и когда тебе кружит голову, когда ты оказываешься здесь вновь. Город Владивосток – это наша любовь. Мы надеемся, что гости города останутся неравнодушными к нашему замечательному краю. Участник нашего кинофестиваля – старший искусствовед Госфонда России Сергей Абудов. Желаем участникам и гостям кинофестиваля плодотворной работы, новых встреч и приятного отдыха в Приморье, а зрителям интересных картин и ярких впечатлений. На нашей звездной дорожке участники нашего кинофестиваля режиссер Максим Сапунцов, режиссер Светозар Живаев, режиссер Юлия Щербакова, режиссер Максим Камюшенко, режиссер Данил Гончаров, режиссер Василий Галактионов и режиссер Илья Плюснин. Мы желаем всем участникам удачи, а зрителям ярких впечатлений. Спасибо, дорогие друзья. На этом звездная дорожка наша закончилась. Желаем вам всего самого хорошего. А хорошее настроение вам дарит камерный оркестр «Камерата» под управлением Антона Тарбеева. Ваши аплодисменты! Браво, браво, друзья!